Здравствуйте, мои любимые подписчики. Сегодня я делаю обзор на сады придонья. Это сок. Сок я купил в магазине. Он недорогой, стоит 20 рублей. В магните. Есть трубочка. Выглядит ярко, то есть все, упаковка нормальная. Вроде идет по улице, пьет сок крутой. Да-да, сок, а не пиво и всякий чай. Соки очень полезны. Сады придонья, сок будущего. Нормальный такой сачок. Что тут написано, посмотрим. Увеличим. Не увеличивается, не увеличивается. Наверное, я вам скажу так. Сок яблочный прямого отжима, осветленный для детского питания. Это не значит, что только дети могут право его пить. Это не только дети, мне тоже. Яблочный сок прямого отжима. Он производится миром прямого отжима. Его не надо хранить в холодильнике. Только после вскрытия. Если вскрыл, попил, поэтому он дешевый. Ну, бычкуем, растягиваем, еще что-то. В холодильнике надо хранить. Попил, положил в холодильник. Получается не так дорого, 10 рублей в день. Берите.